Товарооборот между Приморским краем и Китаем набирает обороты. Для увеличения поставок мяса, овощей и морепродуктов строятся новые пункты пропуска, увеличивается время их работы. Вопросы дальнейшего взаимодействия обсудили руководители агентства международного сотрудничества Приморья и таможни Суйфуньхэ. Суйфуньхэ – это порт, это ворота, это экономическая зона, через которой проходит значительная часть грузов, пассажиров, туристов, инвестиций в нашем сотрудничестве со всем Китаем. Начальник таможни Суйфуньхэ Джао Чинчэнь отметил, что постоянное взаимодействие между контрольными органами Китая и России позволит увеличить пропускную способность погранпереходов и обеспечить их стабильную работу. Напомним, президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит 200 миллиардов долларов. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.